Клуб «Рекорд» в Тбилиси организовал мероприятие, где установился необычный рекорд. 63-летний Нодар Хашашвили, житель села Квемахуадуреты, в течение 2 часов разговаривал задом наперед. Данный талант я обнаружил еще в 4 классе. В учебе я всегда был намного способнее своих сверстников. Как мне известно, данный рекорд никем не был ранее зафиксирован. Море дуб зеленый. Золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый. Все ходит по цепи кругом. Нодар Хашашвили поставил боевой рекорд. Он 2 часа говорил и читал поэзию и прозу за данный период. По-русскому, по-грузинскому и по-немецкому. Я думаю, что это очень интересный рекорд был. Он феномен. Ну, есть такие, я бы сказал, люди, что говорят за данный период. Но не фиксировался пока мировой рекорд, и мы вот зафиксировали первый раз. В течение месяца в Лондон будут отправлены результаты установившегося рекорда, где примут окончательное решение включить ли Нодара Хашашвили в список рекордсменов Гиннесса.